Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, я продолжаю выживать в Чернорусию. Вышло обновление на 500 там с лишним метров, и сразу первое, что бросается мне в глаза, это большой круг посередине. Что это? Зачем он такой? Он как линза, что ли, работает? Не, нифига не как линза. Я не понимаю, для чего такой круг? Точки было предостаточно. Значки дверей, видите, уже новые. Открыты, закрыты. Так. Ну, пойдемте искать дальше, что здесь нового, что интересного. И я обнаружил новый предмет. Аккуратней. Вот такая саперная мина. Ландмины. Так, ну что ж, возьмем. Так, взять. Фига занимает 4 места в рюкзаке. Испробуем ее в будущем. Пока сейчас пока не будем пробовать. На найти место. Вот. Хорошее. И можно использовать ее. И еще один новый предмет. Это капкан. Так, так. Смотреть. Вот так вот он выглядит. Довольно-таки неплохо. И выглядит устрашающе. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько он занимает места. Также 4, как и мина. Так, так, так. Давай попробуем установить, что таскать с собой правильно. Оп. Ну, типа анимация, анимация. Как будто я зажигаю спички. Что это было только что? Я как будто спички зажег. А, можно забрать. Ну, что ж. Вот так вот, в общем, он ставится. Анимации, видно, пока не сделали. Но, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока.